Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты трупы, все вы трупы. Хула амигос, снова вы, я и Dark Souls. Я вот тут стою сейчас у костра, яйца грею и думаю, собственно, куда... В какую локацию идти разорять следующий? Вот ту, где колесница смерти и босс а-ля куча скелетов, или все-таки в заброшенную крепость? Но в заброшенной крепости мобы, вернее, боссы-то посильнее будут. Гаргульи там, потом три этих гнущихся ушлепка золотых. Поэтому я, пожалуй, отложу немножко крепость на потом. И ломанусь-ка я, посмотрю, чем теперь лес заселили. Вот этот вот ближайший. Вот это наша овца, которую мы спасли там у драконьего всадника. И сейчас она захочет ободрать меня. На бабки. Две тысячи душ она хочет. Вот так вот. Засунуть бы и меч... По самый Эфес. Да в сорокотанище. Жадное. 2000 душ, это что это? Наверное, вот такая штучка, наверное, да? Оп, да, она и есть. Глаз алмаз. Пойду-ка я в оценку бриллиантов. В оценивальщики. Собственно, путь можно перемещать. Не бояться, потому что если вам вдруг понадобится пойти в этот город. Как там он называется? Сможете воспользоваться кострами, так что это просто... И кнопка эта ни на каких ни чудесах работает. Я уверен, что она на рычаг нажала, потому что никакого каста заклинания я не видел. Лохотрон и Абиралова. Красная вода. Акваминструале. И надо было на ней написать, и нахрен она нужна, тоже не понимаю. Здесь в этой игре столько ненужных предметов, что просто караул. Действительно, зачем нужны все эти штуки, непонятно. Что за червь выкопал себе вот эту хрень, тоже непонятно. Но вниз падать не хочется, потому что... Вообще, в первом Дарке классно было с этим, с Арториосом драться. Где надо было в колодец прыгнуть, и там подыхаешь. И надо было сначала кольцо найти, потом вспомнить про этот колодец. Вот это один из тоже из самых тяжких, наверное, элементов прохождения первой части. Состыковать в одно время, в одном месте кольцо... И колодец, и вообще, то есть, ну, не зная, как бы не читая прохождения, догадаться, что именно с вот этим кольцом надо прыгнуть вот в ту бездну, блин. Это вот это, да, поганый продавец этого кольца? Он хочет тьмы. Я думаю, не нанести ли ему удар между лопаток, как все нормальные темные пацаны. Вообще, хер с этим кольцом. Главное, на новую игру можно и без, и, как бы, и без него пройти. Просто вовремя тратить души, не копить их там. Сейчас-то левел не стоит там по 200 тысяч душ. Просто вот у тебя есть там 1010, ты пошел там пару левелов вкачал. Пошел дальше. И между тем, один слот для кольца у тебя свободен. Ты можешь надеть крутое кольцо, если тебе такое когда-нибудь попадется. И получать с него бонус вместо того, чтобы носить кольцо, которое сохранит твои богатства, когда ты помрешь. А в этой локации, кстати, нужен лук. Кто это там внизу стоит такой? А, это бабочка висит. О-о-о-о-о, ниндзя, ниндзя. Там я вижу лутецкий какой-то светится, но... Ну, чую, что говно. По-моему, там на грибе, по-моему, труп висит. И в нем какая-то вообще лабуда. Тут иногда в этой игре, чем сложнее добираться... до лута, тем ущербнее сам лут. То есть думаешь, что там что-то ценное положили, раз надо прыгать и изъябываться. А там ни хрена ценного. И это прикольно. Да, почему-то в этой локации они все с одного удара умирают. И не скажешь, что игра сложнее стала. То есть получается, вот я сюда должен был идти уже давно. Хотя и по мне урона они наносят немало. В общем, я думаю, сейчас самое время пройти эту локу. Какой торговец, какое видение.
Этот еще тут, сука. Демон. Ау. Как стрела за мной поворачивала, видимо, как, покуда я бежал от нее. Самоцвет жизни, душа солдата. Интересно, что-нибудь тут есть. Что-то странное, я в этом прохождении мало доспехов как-то нахожу. В прошлый раз у меня тряпок полно было всяких разных. Лучник, сука, постепенно меня убивает все-таки. Козел, блин. Ну, чё-чё-чё. Доспех плута сразу выпал. Нож бандита, это говно. Откуда этот? Да ёпты. Ну, сука, наконец-то, бля. Как ты меня успел задолбать? О, вот беспалевная дверь. Это чё? Призрачная стена и вопрос. Херота это призрачная, раз она не открывается. Чё за доспех плута? А, тряпьё, понятно. Блин, а? Сука, дранглик, оказывается, тяжелая броня. По-моему, это были средние тряпки. Если тяжелая, то, конечно, да. Не из топового. Не из топовой коллекции. Потому что я никогда не носил. Тяжелые бывают и получше, даже в аргонианском, по-моему. Норм тяж. Но лучшая, конечно, уродичная броня Хавила. Какая бы она внешне была, не была невзрачная. Броне она дает до хрена. Я даю ты мох, самоцвет жизни. Чушь полная. Какого хера я тут второй раз. А, ну да, упадите с высоты, получите по башке. Ну куда же тут идти? Странный маршрут здесь. Вот никогда мне не нравилась эта локация. Она какая-то, сука, мутная. Глупая, некрасивая. И, блядь, стрёмная. И она неинтересная в плане мобов. Это тоже есть. Отхуй. Он так классно выпрыгнул, что мне не махнуть не успел. Надо меч в левую руку брать. Пошел нахер. Треснувшее красное око тут охранял, стоял, что ли. Тоже мне, блин, богатство, ёпте. Че, он сдохнет? Ну тоже, блин, огненное оружие, но оно ни хрена не поджигает никого. Пинком такое дерево, мне кажется, даже король спартанцев бы не свалил, а он пинки давать умеет. И вот теперь можно попытать счастье, прыгая вот туда. Раз за разом подыхая, теряя души. Не, ну душ-то подберете, теряя жизни, человечности у меня и так нету. И а что там лежит, спросите вы, по-моему, там ключ-камень. И, по-моему, кувырок там не нужен. Или нужен? По-моему, не нужен. А, похоже, что нужен. А, прыжок, но не с конца, иначе будет перелет. Я где-то раз 10, наверное, сдох, если не больше. Когда добывал вот это говно оттуда. Но что-то ключей камней этих я много-то не вижу. Пока вот один был, я его использовал. И давненько они уже не падают. Что это было нахер? Можно, конечно, купить за 4000, но их тоже ограниченное количество продается. Поэтому достать камешек желательно. Видите? И кувырок меня подвел. Он, сука, перелетел. Ну, отсюда, видимо, можно пройти на второй заход, не так ли? Или что это? За дыра.
А, чел с горящим кнутом стоит. Не знаю такого фраера. А вот это лут, видимо, который я видел. Душа гордого рыцаря, какой-то талисман. Отравление. О боже, а это что за хуйня? Которую не видно почти в темноте. Смотрите, огромная, огромная тварь какая-то. Дальний бой меня вообще не интересует. Хвостом она бить вроде не умеет. Опять отравление. Ах, сдохни, проклятая жаба. Самоцвет жизни. Ай да лут. Ай да твою мать. Что это? Большой осколок титанита 3. Лучше слюнь подотри. Так, ну чё, ловушки нет, мимика нет, ничего нет. Рикардова рапира. Призрачная стена впереди, чё ты пиздишь мне? Какая нахуй стена? Откуда ей тут быть? А, надо же. Вот где перед-то у него. Албанец хренов, нашел где написать. Так, чё за рапира, интересно? Что, я что-то знакомое, по-моему, не очень какая-то вещь. Большая душа солдата. Ну тогда с какого хера она лежит? В таком труднодоступном месте, еще в сундуке. Интересный лифт, конечно. Я бы в таком засал ездить, наверное. Так, чё мне там? Я не подыхаю, я не отравлен. Нет, что за рапира? Нож бандита, меч рыцаря Хейда. Чушь. Рикардова рапира, колющий меч, 80 урона. Хм. А, да. Есть некоторое количество чувачков, которые в PvP с такой штукой играют, заточенный на кровь. Но мне кажется, что у них нож из души Квилек сделан. А не Рикардова рапира. Никакая. Так, это что за нахер? Куда-то я вышел, где я уже был, а что-то мне тут не понравилось, по-моему. Че это он? А, это он так приуныл здесь на краю. Сгрустнул. Где выход-то, блин, отсюда? Долбанный лабиринт, а? Он ж, сука, убился, спрыгнул. В первом Дарке тоже бандиты были, но они в городе были, там, в трущобах. То есть, некоторых мобов вторая часть унаследовала. Так, сдохну, если упаду. А вот так нет. Херак. Так, ну что, блин, как, сука, ключ-камень-то забрать, ёптель? Почему невозможно? Блять. Теперь... Блять, я без ключа хуй пойду дальше. Я вообще не помню, где следующее место, где его имеет смысл вставлять. Кроме этого кольца Кларанти, ничего ценного за эти камни не дают. В лабиринте Фароса можно миллион камней просрать. Да, вот он. Вот он, кувырок. Знак верности. Ключ-камень. Но я, конечно, не пойду еще круг нарезать, мне делать-то нехуя. Я вот так вот. И в домике. А, и я еще стараюсь как бы на одну серию убивать хотя бы одного босса, иначе эта игра вообще будет тянуться как Skyrim. Ну, сами знаете кого. Поэтому надо бы скорость-то включить.
Кто тут ближайший колесница, по-моему? Только тут до колесницы еще надо через лес пройти, а там мобы повышенной жесткости и долбанный фантом еще на мосту. Фантом может вниз улететь там. А, еще тут толстяки были, кровопускатели. И бабочки долбаные. А у меня ни стрел, ни хрена. Еще кто тут носится? Большая душа мертвеца, маленький оранжевый плод. Эти заначки душ, они нужны на то, чтобы после смерти что-нибудь смочь себе купить, когда души там лежат где-то просранные. Хуяси. Половину жизни тебе не жирно, Кузьмич? Любитель Советского Союза, сука, с двумя серпами стоит, блин. Ах ты падла, блядь. Трусит тут своей перхотью говно. Так, тут где-то было что-то интересное, по-моему. А, эти бомжи не агрессивны, да, точно. Но их можно все равно убивать и получать за них души. Моргенштерн... Большой. Моргенштерн это тот, который я там у себя в начале игры нашел, что ли? Такой же? Моргенштерн, блин. Назовут же. Ну давай, давай, в спину. Да, сука, жирная, умри. Он жирного атаковал не в спину, но в жопу. Да, ароматная мазь. Антипреспирант, что ли? Что, тут можно на блядки ходить? Какой прыжок? Куда? Кто? Блять. Ты кто такой, нахуй, иди? А, меня отравили, пизда мне. Еще этот контрацептив поганый, блять. Фарлон, бля. Фарлон Брандо, ёпта. А иди-ка сюда, попрыгунчик, бля. Обоссанный. А? Чё за фарлон, блядь? Это злобный тип, смотрю. Охуевший. Да, он определенно мне нихуя не нравится. Столько эстуса на тебя говно сраное уходит. А мне до костра еще пилить и пилить. Сейчас я допарирую, что сдохну, блядь. Хорошо, в парированиях ты выиграл. Победителя все равно выявила тупая рубка. Высосав все мои эстусы, ебаный фарлон отправился в свой обосранный мир. Тупой ублюдок. То, что прыжок требует спереди, это, походу, какая-то шутка, на которую кто-то повелся, нет? Ага, написали, что он, что надпись оставил. Пиздун. Может, это даже надпись от разработчиков. Из этих бабочек, между прочим, антидот и падает. Но, да-да, своевременная записка про злого духа. Что бы я делал-то без нее? Ой, бабочки-то ваншотятся. Ой, как чудесно. Оп, ядовитый мох. Чтобы от яда ты не сдох. Да. Да, так проще запомнить. Запоминаем рифму, ребята. Так, поражение тут нихера. Где-то здесь я вот в такой иглу из камня, в этом бунгало, где-то, блин, лежит... Какой-то ствол, по-моему, недушный. Почему этот бандос в цене захватывался? Магия. Они что-то меня не атакуют, кстати, пока я к ним не подойду. Это, видимо, засада, которую я обнаружил. Благодаря своей интуиции, чутью, профессионализму.
А это что за ебанько бегает? А это что за придурок? Че с ними? Чего они стоят-то? А, копье души. Ой, блядь! Ах ты, сука, говно, бля, вонючий. Что ты тут делаешь? Не, ну видали эту наглость? Умри. 1300. Нифига себе. Я за 1300 таких 10 убить готов. И что у нас тут? Очищенный костяной прах. Вот она рыба. Да, я ж помню, что тут что-то мазевое лежало. Где тут этот бич населся? А, вот это путь к колеснице. Но путь к колеснице охраняют нехеровые пацаны, с которыми пока, я думаю, рано встречаться, тем более без аптечек. А вот где-то здесь был костер еще. Опять этот еблан, смотри. Ты что делаешь-то, ёптать? Марафонец. Херов, блядь. Какого хуя? Опять побежал. Ёб твою мать. А, сдохни. Че он там таскал-то хоть? Порошок для починки. Пф. А я думаю, что он бегает, с него что-то сыпется уже. Думал, старость. А нет, порошок починки. Как опустить это говно? Какой нахуй роскошный вид. Где он роскошный? На что? Где-то вот в таком кабинете этот рычаг долбанный. Ага, он здесь вот. Естественно, здесь ниндзя в засаде сидит. Ай, большое дело сделал. Где бы костюм? А, вот там, все, все нормально. Тут вроде никого хищного нет. Ах ты, блядь, там же закрыто. Ну точно не в пещере он, где-то он тут падает из кого-то. Свободен. Сука, ну и лес, одни бандосы, а. Я думал, может, хоть сейчас что-нибудь нового сюда поставят. Переиздание все-таки. Причем здесь мобов, по ощущениям, больше не стало. Вот сколько их здесь было, столько вот и есть. Тут даже момента-то такого не запомнилось, чтобы сравнить. Но везде одно и то же. Отравленная стрела, 3 штуки. Вот этого не падало тут вообще никогда за всю игру мне. Ни с кого. Блять. Кто нахуй названивает? Кому что надо? Пошли в пизду, у меня вторжение. Быстрая Раэна. Ой-ой-ой-ой. А ты магическая баба или нет? Мне надо немного отойти. Ну давай. Ой. Получи мою комбо. У него коса только смотрится, зашибись, так говно какое-то. О, да. Перчатки жрицы. Какой ключ? Где ключ-то? Нахрен мне ее перчатки обдрочены. Мало ли что она в них делала. Человеческая фигурка, обалдеть. Блять. Это отстойный отстой, я вам скажу. Где ключ? Мне, ну, мне бы у костра посидеть.
Да перезвонить. А, здесь засада, по-моему. Ну тут по принципу хватай и беги. Хватай и беги, хватай и беги. Или что? А, нет, никого нету. Странно. Очень странно. Ну, все мы знаем, кто запер этого чувака там и за что. И только непонятно, он сюда пришел и ключ выбросил или что случилось. А это что у нас? Огненная бабочка неподобранная. Так, ну теперь можно пойти попробовать колесницу мочкануть. Там босс, в принципе, сам элементарный. Там туда дойти, блин, сложнее. Вот дойти туда просто гемару и боль в заднице. Сидят красавцы. Крей и, собутыльники. Слава траве. Скелет тогда секрет. Сначала подумал, тот самый ублюдок. Нас Пейт тоже пытался, в общем-то, запереть. Это спорный персонаж Пейт. Кто-то считает, что он хороший, кто-то пишет, что он плохой. Но Крейн из мира и точно убийца. Так что, в общем-то, это оба два негодяя, которые что-то не смогли, видимо, поделить. Кстати, между тем 15 тысяч душ накопилось. Жест, да, нахрен мне твой жест. Надо в Мандулу слетать, левел апнуть. Ну вот, в Мандулу слетал, прокачался здоровье, выносливость, заточил меч, кстати, можете заценить. Меч плюс 5, и вон сколько дамага он в сумме натаскивает. То есть абсолютно какое-то читерное оружие в начале игры. Я удивлен, почему они его не убрали. Кольцо убрали, а читерный меч это оставили. То есть всю новую игру, просто новую игру, первую можно с этим мечом пройти, я так думаю. Вообще не сложно нисколько. Так, а вот как бы мне... Он прибежал умереть, походу. Так, вот мне вот надо вот в тот вот смертельный Колизей, но как-то прыгнуть надо по-хитрому. Хуй тут, прыжок тут не поможет, тут сдохнешь, если прыгнешь. Пятна крови есть, интересно, людей, которые прыгнули. Давайте посмотрим, как он справился с этой нелегкой задачей. Заебись. По красоте, я считаю. 10 баллов ставлю за синхронный одиночный прыжок. Так, как бы срезать здесь, чтобы с толстожопами больше не встречаться, то напрягучие немножко, сука, мобы. А, о, как они прыгают, нихуя себе. Ишь, кузнечик. Дело в том, что жирные своими серпами атакуют с эффектом кровотечения, который вообще не крут. Не успел его сагрить. Так. Эти бичи здесь для отвода глаз. На самом деле, путь, дорогу, так колесницы будут охранять совсем другие пацаны. Ну, туда еще надо дорогу найти, блин. Что-то я куда-то не туда, походу. Нацелился, блин. Да-да, вот здесь. Здесь запутанное место. Карту бы кто дал. Вот, вот они. Здоровые, сильные, блин, уроды. И, конечно, еще и бич пришел, блядь, свои 3 копейки, блядь, вставить мне в жопу. Что-то не написали, сколько с него души упало, но я знаю, что с них падают красные оки. Это такие штучки, которые нужны, чтобы вторгаться в чужие миры и побеждать их владельцев, пока они заняты. Ох ты, блядь. А этот-то откуда здесь собрался? Сосиска, ты не успел помочь ему. Говно, блядь. Ау, ау, ау. Пошел нахер. Нельзя ему так делать, давать. На новой игре плюс они, конечно, шипастый кнут. Нормальная тема для PvP. Некоторые любят. Вообще, больше народу я с кулаками встречал, конечно, чем с этим кнутом. Вот. С кулаками. Вообще встречал именно пацанов, которые прошли
Кольцо, короче, дают за, если проходишь игру ни разу не умерев. Что возможно, по-моему, только с читами. Ну, то есть даже не упав никуда ни разу. Это вообще пипец, даже чит тебе не поможет. И вот они проходили, у них там какое-то кольцо, что невидимые в кувырке или что-то, какая-то другая херня, уже не помню. Просто невидимые. Нет, кольцо не видно. Ёб твою мать, нихуя они меня отстегать собрались. Бичеватели набежали. Кольцо, которое делает невидимым оружие в правой руке и в левой руке. Два кольца, вот. Два условия надо разных выполнить, чтобы игру пройти. В смысле, чтобы кольцо получить. И вот такие пацаны бегают. Собственно, не видно, чем они тебя бьют. Чем они защищаются. Может быть, я успею рашнуть, пока они не вернулись на свои места. То их так много, что мне драться с ними вообще, честно говоря, не хочется. А там фантом на дороге стоит. Говнорожий ублюдок. Может его перенесли? Висит. Не помню, что внизу, по-моему, ничего интересного. Ау-ау-ау. Да, стоит, куда он нахуй денется. Пошел нахуй. Ну какого хуя, блядь, ты так долго проходишь через дым? Ёб твою мать, ну даже в ходе долго персонаж, понимаете, здесь все долго делается, блядь. Долго лечится, долго в дым входит, все долго, специально, блядь. Ключевые вот эти моменты, которые позволяли иногда сдриснуть, блядь, и избежать смерти, что-нибудь. Пиздец, хуй тебе, блядь, все долго будет, умирай. Говно, блядь, почему они все сагрились? Должны же были по одному агриться, ёпты. Блять, этот, сука, говно, бля, пошел в жопу нахер вместе с своей шавкой, блядь. Куда пошла? Тварь, бля. Еще один придурок, давай, блядь, конечно. О, двое, бля, заебись. Вы мне совсем не мешаете здесь ходить, нападайте на меня, это что, блядь. Яси, они аж лутом обосрались в ответ на мои претензии. Ладно, вопрос снят с повестки, хорошо. 16 метательных ножей. Ничем мне они не помогут никогда. Вообще нахрен не нужны, но мелочь, сука, приятная. Куда идти? Где? А вот, короткий путь. Да, вот эта битва с одними и теми же мобами, конечно, вымораживает. Конечно. Пошел нахер. Я не понял, я успел полечиться или нет? Вот он выпил, блядь, но жизни нихуя не стали, не начали моментально восполняться. А, это было просто на 6000 душ, которые там лежали на входе к боссу. Вот сейчас они, сука, там пропали. Блядь, потому что, сука, бесит нахуй драться в этой игре. Вот именно когда ты сдохнешь, что тебе надо драться опять с этими же мобами. Блядь, как это бесит, господи. И они только после 25 раз, как их убьешь, они перестают появляться. Ну, чтоб, типа, умники всякие не качались на одном месте, на них и тех же, блядь, уродов. Поэтому ты ходишь, протаптываешь себе дорогу к боссу. Вот некоторые боссы так трудно убивать, что успеваешь искоренить всех мобов на уровне. Так у меня с древним драконом было. У меня этот город, который, в котором находится, обезлюдил просто, я всех там вырезал. Здесь даже до босса не дойти. Вот здесь в натуре, блядь, святое дело их всех перебить. Блядь, да что за... Это мой герой так топчется громко. Сука, нет ничего хуже, когда они по двое, блядь, по трое нападают. Ну, в принципе, по одному-то их перебить вообще задача детская. Что-то мне подсказывает, что рано я иду к этой колеснице. Даже если я этих уродов перебью, то там еще дух этот сраный стоит, блядь, конченый вообще ублюдок. Мне иногда кажется, что этот дух, он сильнее, блядь, чем босс, сука, который за ним. Причем он не вторгается, он там живет, блядь, на входе. Вечный страж. Ах, так.
Эти уроды сидят наверху. Первый пошел. Видите, их там видно херово. В первый раз всяко никто не заметил их. Цинично, методично и последовательно. По одному, по одному. А как вы хотели? Стягать меня вздумал? Ты меня чё, сука, с неграми путаешь? Подлюга. Так, понятно, да, откуда, чей там кнут на обрыве лежал? Тот чел выкинул кнут, взял... Так, где они? Взял нормальную волыну. Надо не забыть стрел купить, потому что ядовитые. Жалко тратить на выманивание. Их хер найдешь, они очень не скоро будут продаваться. А в нужный момент они бывают крайне, сука, необходимы. Что-то он подпрыгнул что-то куда-то. Так, сколько их там? Двое еще вроде, да? Или нет, Двое-двое. Блять, вот двоих сразу. Ну почему он сагрился? Вот почему он сагрился, а? Какого хуя? Пока бэкстап пробиваешь, ничего, то, что он тебя бьет. Да, сука, выносливость успела восстановиться, чтобы удар нанес. Да, лучистый самоцвет, что-то здесь вообще ни о чем. Как и не использовал, практически ни хрена не восстановилось. Ну, хотя я удар пропустил. Сука, теперь надо как-то так подстроить, чтобы этот босс вниз ёбнулся, потому что его, блядь, не победить нихуя. А это что, блядь, за чудо расчудесное? Дебила кусок, блядь. Станет же, когда нахрен не вовремя будет абсолютно. Вот. Подтянулся только когда я прошел, да? Вот бичи лезут, смотри, раньше никого здесь не было. И мост был более дырявый. Итак, вон мой кумир, блядь. Так. Вот, сука, куда? Куда? На, Tomb Raider из лука лучше стреляет. Давай. Немножко пожульнически. Блять, да что ж ты за мудак-то такой, а? Не дается наебать, смотри. Вот хуй. Че, можно кинжалами забросать безнаказанно, что ли? Нет. Снаказанно, блядь. Вот он идет. Ну давай. Еблысь. Меч мне у него нравится. На нахуй, блядь. Пиздык. Вот ебанутый, абсолютно ебнутый фантом, который просто нахуй здесь не нужен. Пидорас, блядь, ебаный. Сука. Вот, блин, сука. Так далеко сюда дорогу чистить надо, блин. И в завершении всего просто сраной вишенкой, блядь, на торте из говна и стоит этот блядский фантом, блин, ублюдок. Блядь, да какого? Хуйтин. Вообще заебись. Что за движок у этой игры, мне интересно? Стрелы просто в воздухе остаются висеть и нормально.
Кстати, где-то какой-то лут видно на камнях внизу. Это надо собирать уже, когда костер зажгешь, мне кажется, поближе. Оу, е. Так, ну что? Матч-реванш, ублюдок. Давай-ка здесь, нахуй. Он машет этой хуйней, блядь, быстрее, чем любой персонаж, мне кажется. Поэтому давай-ка до свидания. Пошел ты в жопу, блядь. Честный бой вообще не моя фишка, походу. А вот если его заставить здесь кувыркаться, тогда он улетит просто вниз. Давай. Щит у него этот, половинка двери еще. Мазевый. Может, он отравится последними четырьмя стрелами ядовитыми? И сдохнет, а? Нет, не отравился. Смерть ебаный. Ух. Твоя меч быть толстой. Твоя дамаг быть большой. Охуеть, ублюдок. Не так ли? У меня есть идея. Поскольку он сюда все равно не проходит. 4 урона, что ж, тоже урон. А если ему в ногу попасть или в спину, тогда, наверное, больше будет. Нет? Нет? Блять, да как же, сука, с тобой драться-то здесь, а? Ему специально проход убавили, чтобы он, сука, не мог спрыгнуть, наверное. У меня есть очередная глупая идея. Пошел в жопу, придурок! Да, пошел нахуй. Тупая мразь. С ним лучше пиздиться, когда костер будет зажжен. Теперь главное не обосраться перед боссом. А босс тут тоже хитрожопый, бля. А бы как такого не завалишь, бля. Колесница дьявола, мать твою. Пошли нахуй. Все равно вас сейчас сметет. Счастливо. Но у них тут есть ресельщики. Вот один из них. Почему, почему? Да почему? Почему они не умерли? Вот их смело, хорошо. Хуйня их лечит, что ли, еще? Пошли в жопу, блядь. Еще раз, сука. Давай, сметай их. Они меня зажали просто и выебали. Пошел нахер. Пошел нахер. Где некромант? Что-то не вижу больше ни одного. Да пошел ты нахуй, ёб твою мать, пидорас. Какого хуя они встают?
А вот и босс. Где я провафлил некроманта ебучего, а? Да быть, блядь, такого не может. Че, у некромантов дальность бесконечная, что ли? Все, пизда, обрыв. Блядь. Чем это она поливает-то хоть? Там лучники эти ебаные стоят вообще не в тему. Как она попала? Я же сбоку был. Пиздец, она меня в стену вдавила, блядь. И ебашит, хули нет. Заебись, комбо нахуй придумали, бля. На нахуй, блядь, пошел пизду, блядь, дерьмо. К сожалению, души были просраны, потому что опять я не смог пройти этот долбанный красный, сука, сучий фантом. Жопоразрывательный. А, блин, не знаю, что с ним делать. Огненное семя здесь. По-моему, раньше что-то тут более ништяковое находилось. Не какое-то там сраное семя. Да. Этот персонаж, он, знаете, он даже не знает, что такое выносливость. Он машет, блядь, этим мечом, ему похеру, сколько им махать. 100 ударов, так 100 ударов сделай. 500, 500, блядь. Он ударит столько раз, что вы сдохли. Ровно столько раз. Подряд. Я не знаю, я его в честную, по-моему, вообще ни разу не убивал. Даже на новой игре плюс я его вниз скидывал. Потому что пошел он нахуй. Так. Не вижу, давно ли проскакала колесница эта долбаная. Вот сейчас она проскакала. Где? Я не ебу, блядь, какого хуя здесь наделали, блядь, эти ебаные разработчики, но это полный пиздец, блядь, то, что здесь происходит. Серьезная сумма душ тут уже на полу валяется. Самое отстой, что хер ее отсюда вытащишь. Ну, мочи их нахуй. Лично сгребла. Пошли нахуй. Отлично, блять, они просто пиздец. Раньше было 3 скелетика в разных местах стояло. Здесь на входе, блять, 3 уёбка, блять. Хуй знает, кто их резает, блять. Нихуя не увернуться, ничего, блять, нихуя не сделать, пиздец. Ебанулись нахуй с колесницей, блять, ебаный. Не, пиздец, нахуй. Видимо, бля, очень рано слишком я пришел к этой ебанутой хуйне, блять. Поэтому в пизду, пусть там нахуй валяется хоть 50 тысяч душ, хоть, блядь, 80, я туда больше сейчас не пойду. Пока нахуй где-нибудь не найду нормальную броню, чтобы мне просто похуй было на этих скелетов, потому что они заебут, блядь, реально. Учитывая, что последнего ебаного некроманта где-то спрятали, блядь, и он их из ниоткуда воскрешает, нахуй это надо, блядь. Говно ебаное. Так что все, пиздец. В следующей серии продолжение.